Спорт для ивановцев станет доступнее. Уже в этом году в 3 городских школах появятся универсальные спортивные площадки общей стоимостью свыше 21 миллиона рублей. В дворе школы номер 41 кипит работа. Начался подготовительный этап. Территорию освобождают от старого спортивного оборудования и выравнивают. Спортивная площадка будет иметь площадь 900 квадратных метров. Также будет выполнено устройство тротуаров площадью 197 квадратных метров и подъездных дорог площадью 228 квадратных метров. Спортивная площадка будет выполнена с покрытием из каучуковой крошки, которую мы тоже уже заказали. Плюсом будет установлено спортивное оборудование, это ограждение, ворота, волейбольные стойки. Ежедневный мониторинг работы осуществляют как представители мэрии и депутатский корпус, так и сотрудники школы. Это неудивительно. Современный спортивный объект станет центром притяжения всего микрорайона, и работы должны быть выполнены на отлично. Район очень один из самых отдаленных городских округов. И благодаря администрации города Иваново и депутатскому корпусу единогласно было принято решение реализовать именно этот проект на базе в 3 школах Иваново. Непосредственно на сегодняшний день на эту площадку выделено более 5 миллионов денег. И надеемся, что остальные проекты тоже также будут реализовываться. Во дворе школы номер 28 работы начались чуть раньше. Здесь уже сделана дренажная система. Вода скапливаться не будет. При любой погоде площадка останется сухой. После завершения работы здесь установят оборудование для игры в баскетбол, волейбол и футбол. Зимой можно будет заливать каток. Что важно, пользоваться новым спортобъектом смогут все желающие, а не только школьники. Эта площадка нам очень важна, и еще и с позиций их занятости после уроков, их свободного общения на этой площадке для жителей микрорайона. В этом районе в основном небольшие дворы, на которых установлены маленькие спортивные комплексы, рассчитанные в основном на дошкольный возраст. А вот для детей школьного, старшего, среднего школьного возраста таких спортивных комплексов поблизости нет. Срок, отведенный на выполнение работ, составляет 45 дней. По словам подрядчика, все необходимые материалы заказаны и приходят вовремя. Проблем с графиком выполнения работ возникнуть не должно. Пока погода хорошая, мы рекомендовали подрядчику использовать хорошие дни для полной работы, для того, чтобы успеть в срок сдать полностью первый этап работы. Мы рады, что в городе Иваново появятся такие современные многофункциональные площадки. В этом году они появятся в школах, вот где мы сейчас находимся, 28-я, 41-я и 14-я. На следующий год эти площадки будем уже вторым этапом доводить до конца. Финансирование в бюджете города на будущий год уже заложено. На новых спортплощадках сделают освещение, видеонаблюдение, заасфальтируют подходы к площадкам и установят дополнительное спортивное оборудование. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.